7 ноября велосезон в Десногорске уже традиционно завершается марафоном. Мероприятие под названием «150 за 24» в этом году прошло уже в 6-й раз и привлекло своих преданных сторонников, среди которых представители Десногорска, Смоленска, Сафонова, Рославля и Москвы. Сегодня дождя у нас нет и погода не ветреная, но еще все впереди, не переживайте, и будет вам и грязь, и будет вам и ветер. Как и в прошлом году, марафон посвящен памяти Юрия Васильевича Кузнецова. Председатель первичной профсоюзной организации «Смоленской АЭС» ушел из жизни в 2019 году. При этом он и ныне остается вдохновителем десногорских спортсменов. Человек, который дал нам эту возможность проводить такого рода мероприятия, помогал нам во всем. Это наш вектор, наше направление. Марафон стартовал от спортивного центра Генина. Круг протяженностью 37,5 километров пролегал по живописным окрестностям Десногорска. Вдоль леса, мимо трех озер, а также с переправами по 7 мостам. На протяжении трассы были и привалы для желающих подкрепиться и набраться сил. Всего в марафоне приняли участие более 35 спортсменов. Участники из Десногорска отличились на пьедестале. Второе место среди мужчин – Максим Бондарев. Лидер среди женщин – Людмила Вельчанская. Лидер среди ветеранов – Сергей Печерица. Весь пьедестал сверхмарафона заняли представители Сафонова. Все участники, завершившие заезд, получили памятные подарки.